Итак, мое святое семейство. Надежда ковыряется в буряках, собирает. Анна, вернее, Катерина, трет буряки. Анна обирает чеснок. Значит, чистит чесночок. Ну, соответственно, мама здесь всем руководит. Вот такая вот у нас взаимопраца. То есть это работники физического труда у нас. Все интеллектуальные работники заняты на более интеллектуальных этих самых. Вот место рабочее для интеллектуальных работников. Это место рабочее для работников вот это самое. Вот здесь вот такие какие-то работы проводят.